Всем привет! Привет из Трабзона. Ребята, хочу вам показать район. Называют его студенческий городок. Почему его хочу показать? Потому что в Батуми очень часто жалуются, что дома построены очень близко друг к другу. А посмотрите, как здесь все построено, и все это очень уютно. Народ спокойно, никто не жалуется. Очень много ресторанчиков в этом районе, очень много кафешек. Также и живут и иностранцы, и местные живут. Ну, то есть все уживаются, и все прекрасно. Находится рядом с аэропортом, буквально в километре от торгового центра «Форум». Теперь сам район. Как вы видите, все построено, 1 сантиметр не потерян. По поводу окон, вот буквально та же история, то есть 2 метра друг от друга. Так что хватит жаловаться и хватит писать там всякие комментарии, что вот в Батуми все настроено. Почему-то вы, приезжая в Турцию, никто ничего не жалуетесь. Всем привет из Трабзона теперь.